Да. Ну нет. Ладно, ладно. Идите, ребята. Мы ведь вам не мешаем. А чё? Смотреть нельзя, что ли? И вообще, это наше место. Что значит ваше? Частная собственность на землю давно отменена. Ты, папаша, заткнись. Не сверикай. Дома же не расскажешь про частную собственность. Молодой человек, выпили, ложились бы спать. С кем? Слушайте, вы постыдились бы при детях. Чего? Да ничего, ничего, не сердитесь. Водка есть? Не понял. Водка, водка. Можно без закуски. Идите-ка, парни, а. Идите по-хорошему. По-хорошему, слыхал? Смелый, смелый. Ладно, давайте по-хорошему. По 100 грамм на брата и кранты. Отдыхайте дальше. Мы разрешаем. Да у нас сухое. У нас водки нет. Водки нет. А чё ж вы сюда припёрли, да? Послушайте, ребята. Что? Что? Ну, выпили, бывает. Вступайте домой. Имейте, в конце концов, совесть. А то ведь чего, милицию чего? Позовем. Ух, милицию. Да. А милиция далеко, а? Вам же предлагают по-хорошему. 100 грамм каждому. А. И гуляйте. 100 грамм. И бам, прогуляться в лесок. Шутник, Аркадий Райкин. Ну-ка, парни, полегче, полегче. Девушка, а вы мне понравились. Ты что? Какая красивая штучка, можно посмотреть? Забери Димку. Как послушайте вы, это моя жена, пожалуйста. Витюша! Пошли. Витюша! Товарищ, да имейте же совесть, ты это моя жена. Ты что? Да что вы, не трогайте! Отпусти! Подонок! Отпусти женщину! Толя, видел, да? Брось цепочку, дурак. Зачем? Брось, потом объясню.